На календаре весна, но для укладки асфальта слишком холодно. Что делать? Ведь перепады температуры, грузовой транспорт по дорогам прошлись нещадно. Оказывается, в такой ситуации есть выход. В округе уже месяц идет ямочный ремонт литым асфальтом. Сейчас у нас получается не сезонье, как бы горячий асфальт у нас еще не выпускают. И за место него сейчас производится литой асфальт. Температура литого асфальта достигает около 190 градусов. То есть мы можем его использовать, даже если где-то небольшая влажность или еще что-либо, в морозы. В последнее время работы шли на улицах Гаражная и Московская, но, как нам рассказали в администрации, будут охвачены все муниципальные дороги. В настоящее время на муниципальных дорогах у нас проведена оцифровка ям, которые образуются на автомобильных дорогах. Это мониторит ежедневно наше муниципальное учреждение. Оцифровка проводится на основании системы контроля и планирования дорожного ремонта. Это все мониторится непосредственно нашим министерством транспорта. В настоящий момент оцифровано 774 ямы, из них 576 уже выполнено. Большой ремонт ожидается чуть позже. Сейчас идут конкурентные процедуры, определяющие компании, которые будут проводить так называемый ремонт картами. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, новости Искр-Вект.